Смотри, Полина, пожар. И начинаем пожар. Привет, Полинка. Привет. Полина, ты сегодня пожарник? Да. У тебя такая классная пожарная машина. Да. Давай посмотрим, что она умеет делать. Так, здесь у нас выдвигается вот такая вот лестница, да, зайка? Да. И она крутится. Вот так вот крутится, чтобы пожарник мог добраться высоко-высоко в разные стороны, да, зайка? Угу. А вот здесь вот у нас есть вот такая вот штука, она откручивается. Сюда можно налить воду. И у нас есть еще шланг пожарный. Вот он. Вот такой вот есть пожарный шланг. По нему поднимается вода вот отсюда. Сейчас мы нальем водичку и проверим, как она брызгает, да? Да. Наливаем воду. Так. Теперь Полина закрывает крышечкой. Берем шланг. Держим шланг. Я нажимаю вот сюда. О, вот так брызгает, смотри. Тушить пожар в камере. Ха-ха, пожар в камере. Так, сейчас мы еще вот так нажимаем. Бьется водичка? У Полины вот такая вот струя воды получается, да? И сейчас мы будем искать пожар для того, чтобы его можно было потушить, да, Полин? Вот так пусть мы сейчас обмотаем нашу машину шлангом. И Полина едет искать пожар. Полина едет спасать лес. Смотри, Полина, пожар. Нужно срочно его погасить. Полина тушит пожар. Брызгаем водичкой. Что-то он плохо тушится, да, Полин? А вот, пожар. Смотри, чтобы огонь не перекинулся. Нам на помощь приходит вот такое вот красное пожарное ведро. Возьми это ведро и можно полить наш пожар. Полина настоящий пожарник. Вот так вот. Все, молодец. Смотри, одним ведром ты затушила весь пожар. Да. Здорово? Да. Видишь, ты спасла лес от пожара. Молодец? Да. Ты молодец. Вот такая вот Полина у нас пожарница. Я спасла весь лес. Только еще надо набрызгать. Ну давай, давай уже добрызгаем. Полина решила еще раз налить воды, чтобы уже окончательно потушить пожар. Да, зайка? Угу. А то он не потушился. И начинаем. Вот так вот Полина поливает остатки пожара, да, Полин? Угу. Все. Еще нам надо эту бумагу. Все, молодец. Будем говорить пока-пока? Пока-пока. Подписывайтесь на канал Супер Полина. Если вам понравилось вам наше видео, как я тушу пожар, то ставьте лайки, смотрите на видео. Если вам понравилось видео, то ставьте дизлайки и подписывайтесь на канал Супер Полина. Всем пока, ребята. И забудьте писать комментарии.